Для уроженца Акмолинской области Ивана Грищенко война началась, когда в Европе нацистская Германия уже стояла на коленях, а советская армия была на подступах к Берлину. Но вот на Дальнем Востоке Япония была еще грозным врагом. И 17-летний юноша из Казахстана узнал, кто такие японские камикадзе и каково это находиться под артиллерийским огнем. Сегодня мои коллеги встретились с героем боевых сражений на Дальнем Востоке в рамках акции агентства «Хабар». Спасибо за победу. В рамках масштабной акции «Спасибо за победу» агентство «Хабар», наша съемочная группа, привезла Ивану Грищенко современную газовую плиту. Подарок фронтовику пришелся как нельзя кстати, ведь старая бытовая техника в доме ветерана давно вышла из строя. Агентство «Хабар», в преддверии Дня Великой Победы, примите, пожалуйста, от нашего имени вот этот скромный подарок в знак признательности вашего подвига и нашего сегодняшнего мирного неба. Спасибо, великая. Его история полна скорби и трагических воспоминаний. Несмотря на преклонный возраст, сейчас Ивану Пахомовичу 89. Он в мельчайших подробностях помнит тот воскресный день, 22 июня 1941 года, когда сообщили, началась война. Все село собралось, что там было. Ну, мужчины говорили свое, женщины. Плакали, конечно, уже еще даже не было, уже плакали. Я помню, что очень народ был обеспокоен. Сразу стало же ведь все плохо. В первые дни войны на фронт ушли многие односельчане. Среди них отчим и старшие братья. А в 1944 году в ряды вооруженных сил СССР призвали и его 17-летнего парня. 3 месяца учебной подготовки в Челябинске и на фронт, на Дальний Восток. В Маньчжурии под командованием маршала Василевского громить миллионную квантунскую армию Японии. И совсем скоро юноша принял боевое крещение. Я там рядом со мной лежит, где-то метров 10 метров, там 8 метров друг от друга расстояние. И там где-то лежит тоже. Вот. А тут самолеты их тоже прорывали, бомбу бросят. Она, кажется, на тебя летит. Уже кричишь: «Мама!» Вот, и в землю голову суешь, прячешь. Вот, она еще метров 200-500 от тебя взорвалась. Если что, говорят, не страшно, я считаю, что страшно. Закончил войну Иван Пахомович помощником командира артиллерийского взвода. За проявленную доблесть и отвагу награжден многими наградами. Среди них орден Жукова, орден Отечественной войны. В рядах вооруженных сил оставался еще до 1949 года. И потом домой. Здесь встретил свою вторую половинку, с которой прожил душа в душу 60 лет. И пусть 9 мая Иван Пахомович не сможет присутствовать на военном параде, годы и болезни дают о себе знать, главные поздравления в этот день отец, дед и прадед услышат от своих близких, которые придут к нему со словами: «Спасибо за победу». Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперед продвигались отряды Спартака со смелых бойцов. Дамир Галиев, Жасулан Шакенов, Астана.